Здравствуйте. Сегодня мы будем раскрывать вот такой киндер с русалочками. Давайте посмотрим, что внутри. Давайте раскрываем. И шоколадку раскрываем тоже. Такое у нас яичко. Желтенькое. Давайте его раскроем. Так. Что там такое? Так, какая-то деталька. Его тоже какая-то деталька. Давайте посмотрим инструкцию. Так. Это какая-то штучка. Человечка, наверное, надо собирать, да? Да. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, потом что? Вот это, наверное, вот так, да. Надо еще раз посмотреть инструкцию. Да. Сначала та рука собирается. Какая? Ну, вот тарелка, которая лежит. Шлем туда, да? Наверное. Вот. А шлем как? Что-то он не присоединяется. Давайте еще раз посмотрим. Может, его разоединить надо? Да. Что? Не, пожалуйста. Ну-ка. Может быть, этот разъединять что-то надо? Воду брать. На, попробуй сама. Вот эту часть разъединять. А вот что-то разъединяется у тебя. Выезжает, получается, стрельцев. Видишь? Угу.
Ну, ты видишь, на две части, посмотри. Ну, вот он. Разойдите. Вот что-то получается. Вот. Так, вот эти соединяются. Стоп. Так, этой части. Вот это. Получается, да? Давай. Что-то не получается как-то. Пробуй, пробуй. Нет, вот это не сюда. Вот. Вот она. Правильно, туда она тут и сделала. Вот сюда. Вот на вот эту делай. Не. Вот специальная штучка есть вот здесь. А, это получается. Да. Вот этой штучкой, смотри. Мы вот в эту сторону, а надо было вот этой. Я дырочками туда, правильно ты говорила. Точно, правильно. Только здесь и как-то оно. Нет, не этой стороной, а другой стороной, смотри. На инструкцию точечки, видишь? Это как этот захватывается. Вот эта часть захватывается. Нет, ну. Посмотри, видишь, как... вот это? Правильно. А вот это как вот рукав. Не вот эта сторона, смотри. Вот так. Другая, другая сторона. Нет, посмотри, там видишь, точечка выпуклость. Вот, смотри. Точка. Другой стороной. Ну как? Я тебе вот там. Вот эта сторона, смотри, вот она. Вот. Другой стороной же вы написали инструкцию. Что? Куда ее там вставлять, к этой? О, наконец-то вставили. Или нет? Может, попробуй вверх, посмотри, как в инструкции нарисовано. Смотри, как вот вверх. Попробуй другой стороны. Видишь, там, где желтенькое пятнышко? Как? Думай. Да.
какая-то ерунда. Непонятно, ничего не скрепляется.